Здравствуйте, товарищи! На марше бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления, которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3, оснащенная комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Вот так вот бывает, когда приходишь на украинскую землю. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72В3 первого гвардейского Черкасского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат Карасев. В небе пятерка вертолетов К-52 «Аллигатор». ВВС России. Пилотажная группа «Беркуты». На вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Лады, блин. Следующий строй представлен четверкой моторизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущие группы подполковник Герман Анахов.